Субботним утром 18 сентября Сахалинская областная универсальная научная библиотека стала центром притяжения для любителей чтения, истории, краеведения, декоративно-прикладного искусства, живописи и творчества в целом. В сквере имени Чехова в очередной раз прошла ежегодная библиоярмарка «Сахалинский Арбат». Добрый день, уважаемые гости, коллеги, друзья! Разрешите приветствовать вас на ежегодном празднике, который устраивает для жителей и гостей города Сахалинская областная универсальная научная библиотека вместе со своими партнерами и друзьями. Праздник книги, творчества, новых идей, библия-ярмарка, Сахалинский Арбат сегодня пройдет в 11-й раз. Участниками акции стали областные музеи и библиотеки, торговые организации, издательства и сахалинские художники, писатели и хендмейд-мастера. Гости могли познакомиться с различными книжными выставками и пополнить домашние библиотеки разноплановой литературой для детей и взрослых. Торговая галерея пестрила от разнообразия изделий ручной работы, где каждый мог выбрать для себя что-то по душе. Обширная программа акции включала в себя выступления с чтением стихов собственного сочинения островных писателей и специального гостя из Москвы. Им стал поэт, переводчик, литературный критик и издатель Максим Амелин. «Златотрепещущее над нами море поблекло по кривизне брежной, разметанными кверху днами переселенцев сюда извне. Судно, развесив обломки весел, ржавые высунув якоря, щеглы окрест раскидав, как зря, их обреченный народец бросил, без сожалений, на произвол, и неизвестно, куда ушел». Также гости писали письмо Достоевскому, мастерили открытки и закладки для книг, учились искусству печатной графики и каллиграфии, выигрывали призы в книжном аукционе, пели любимые песни и читали стихи в открытый микрофон. «И каждый, кто пробовал, сам понимает, не нужна она, никогда не бывает». Арт-площадка собрала любителей разгадывать загадки. Участникам исторического квеста «История подвига. История России», посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского, предстояло разгадать библиотечный шифр, найти посланника с депешей, перевести письмо с церковно-славянского и сразиться с вражеским войском. Завершилась акция яркой концертной программой от творческих коллективов Сахалинского колледжа искусств. Я тебе